Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами поиграем еще в одну игрушку под названием The Eiseltide Hotel. Это у нас с вами кинематографический квест. То есть в реальности кто-то записал полноценное чуть ли не кино, запихнул это в игру с выбором действий, с каким-никаким, но приключением, да, относительным. И мы будем бродить, исследовать мир, общаться с разными людьми. Все это будет крайне реалистично выглядеть, потому что это было снято в реальности. Такие игры существуют, но их довольно-таки мало, и они почему-то не очень популярны. Хотя я так такое более чем люблю, как-то даже проходил, но было это очень давно. Так что сегодня глянем, поиграем, пишите, как вам игрушка, если понравится, возможно, даже полностью пройдем. Но все зависит, как обычно, от вас. Погнали смотреть. Не знаю, я по скриншотам посмотрел, блин, вообще кайф испытал. Надеюсь, в игре будет еще лучше. Но это мы с вами сегодня увидим. Опять же, кинематографические игры, это же гениально, нет? Мне кажется, да. В какой-то степени это очень даже круто. Всем же наверняка когда-то хотелось в фильме, да, когда они смотрели какой-либо фильм, самому сделать какой-либо выбор действия, да? Это же гениально просто, боже. Тут еще есть какой-то мод на 4К текстуры, но я что-то не нашел, как его установить, к сожалению. Ну, картинка и так неплохая, как бы там ни было. Бонжур. Это у нас Франция, что ли? А что происходит? Это мем начало. Не, актерская игра пока на высоте. Возьмем. You have my conviction. You don't know me, but I found you. It wasn't easy, seeing how you've never met, but her words were persuasive. Once I tracked you down, I went back to her, but she was gone. All I found in the debris was an address, which I've enclosed. I'm going to make sure she's all right. If there's any part of you that cares for your daughter, you'll come too. Signed, R. Price. Это у нас главный герой, судя по всему. Right, well, this is it. Так. Письмо с описанием цели. Вы меня не знаете, но я наслышан. Ну, это все, что мы только что слышали, да? Окей. The Eiseltide Hotel. О, вы видели девушку? Скажи же мне об отеле. What can you tell me about the hotel? Oh right, yeah, I see. Back me up with a bit of chat and see if I spill. I said I'd keep quiet. Look, if this is some kind of test, I don't appreciate it, mate. God knows what you lot get up to in there. It's even stranger when you leave. Look, forget the fairway, just get out. Ну, дружелюбием попахивает максимальным, конечно. Не капец такси, да, прикольно. Он же сказал, не надо платить. Просто машинка стоит. И
Я особо в машинах не разбираюсь, но это эти, как скажи, популярные, очень-очень дорогие. Rolls-Royce или как-то так их, да, называют. Если я не ошибаюсь. Очень похоже. Пацана, отходняк какой-то. В общем-то, антураж напоминает сериал «Доктора Кто». Не знаю почему, но очень сильно напоминает. А, ну там ведь «Доктор Кто» — это британский сериал, а тут французский, недалеко ушло, да? В принципе, логично. И все равно так все выглядит. Интересно. Позвони в звонок? Давай. Welcome back to the Isle Tide Hotel. If only for our final night. I trust you had a pleasant term, Miss Ray. Ну, он слепой, что ли? My apologies. I mistook you for somebody else. Я думаю, у него просто очки крутые. Ладно, так, я ищу кое-кого, у меня есть приглашение, хочу забронировать номер. Допустим, у меня есть приглашение. Для помощи человеку хочешь выдать текстовый документ, а правда? I have an invitation. Oh, marvelous. I trust you had a pleasant term. Of course. May I inquire which symbol can be found on the inside of the invitation? You must have seen it, no doubt. Там какой-то, да, такой очень какой-то крест какой-то был. А, успею, у меня зависло, думал. Ну, там какой-то крест вроде был, да, или что-то? Лабиринт. Лабиринт звучит как будто более реалистично, а крест как будто я это сам видел. Что? Ладно, давай крест. A cross. Forgive me, sir. It's just a rather splendid joke. You shouldn't feel bad. You gave it a valiant effort. Cross. Че, я облажался, да? Ну, блин, я еще помню, думаете. Когда было-то? Там мельком показали. Otherwise, you'd be in there, right?
Unless you're thinking it over. Like me. I'm Christopher. Так, ну, допустим, он бросит, пытается бросить курить, это нет смысла спрашивать, что это за отель, я ищу кое-кого. Давай будем двигаться тогда к цели, что за глупые вопросы задавать, да? Looking for someone. Well, she's a lot older now. You mean she's in there? Yeah. Oh. Well, sorry, it's just, well, you don't get an invite if everything's okay. I'm here for my daughter too. Oh, she's not inside it. It's me. I don't want her growing up with a dad like this. Anxious. Seems like you really care about her. I do. And this place can really change you. Whether that's a good thing or... But, Блин, интересно, такую интригу нагоняют, как будто не знают, что там произойти-то должно, да? Это приглашение. Предметы из директории. Давай глянем, что это такое. Отель Остров Переливов просит и требует от имени доктора Анистона всех, кого это может касаться, разрешить предъявителю пожизненный доступ на прилив. В соответствии с правилами без ограничений и препятствий оказать предъявление. Может, здесь я. Так, и чё? Допустим. Тебе лучше уйти. А чё, почему мне ему говорить, чтобы он уже пошли вместе, блядь? Yeah, let's go in together. You would do that? You would come in with me? Пойдём. Well, that... Great! Come on! Sweetie, for a moment there you gave me a fright. I thought we couldn't have you. Yeah, my friend here, he convinced me. Hi, I'm Josh Malone. But as you convinced my Christopher, I won't put you through the test. But we need you to get fitted. Why don't you go get ready, sweetie? I'll see you in there. Oh. You'll be following me, speedily. Блин, обрезали немного фигово. Он голову поворачивал, и тут резко херакс прямо смотрится. Что я свернул, наверное. Ну ладно, бывает. Ничего себе тут одежда. Arms up, sweetie. Let me measure you. Well, do you wish to participate or not? We need to start the exhibition, and if you don't wish to... Чё, вы вошли в... Что, блядь, я сейчас вижу? Что? Что это значит? Боже, ладно, давай. What exhibition is this? Only the world's greatest, sweetie. There's nothing more exquisite than the human form. Human form is exquisite. But the world and her wife wish to change it, fill it, fake it. Pity. It is only when we're different we realize what we had. I create all the experiences at Altide. A clear vision, varied, so they find their true core. But lower my call sheet. I just want to find my chameleon. Somebody who can wear them all to perfection. I'll get one ready for you. Go wait in the bar and I'll summon you through shortly. Off with you, speedily.
Мне кажется, у нее не до... Да, не до да. Не до да. Ладно. Так, чё, где все? Блин, ну интригу нагоняют чисто в путь. Чё тут будет происходить, непонятно. Но такое ощущение, как будто что-то интересное. Red or gold? Чё? Excuse me? See? Another verse that doesn't notice them. Have you never looked up during the swell celebration? Which is why the balloon should be gold this term. But red is traditional. You said that already. But red is customary. Or customary to have, always have someone else take the credit. We need to try something new. What do you think, dear? И шары должны быть на представлении. Это просто шарики золотые. Что значит? Какую сторону выбрать? Какие же шарики? Ну вот чисто вот... Если так подумать для меня, вот, ну, наверное, желтый более приятный, нежели красный. Красный выглядит как-то, ну, как-то не очень, наверное, да? Вот золотой, золотой выглядит как-то поприятнее. Давай золотой, да. No one notices. Perhaps you should try the gold. There's a girl here. Perhaps I'm no longer needed. Old relic. Oh, don't go. I wouldn't know how to do this without you. Увы. Какая-то выставка, да, непонятная. О, а вот, собственно, друзья, у нас и выборы появились. Можно куда-нибудь сходить, что-нибудь поделать. Мы пообщаемся сначала. Почему нет? I'm stuck for choice. I'm swayed towards the white lace, but I wore that last term and nothing changed. Давай сначала поддержим диалог. What? Didn't change. They failed again to nominate me. Who wore it best? Mm-hmm. Давай это. I'm looking for a girl. Oh my. Who's she wearing? It's hard to keep up, frankly. They always outdo me in the term's latest fashions. I can tell she means a lot to you. The way you failed to look at me. It's perfectly acceptable to do it alone, but I think it's best to have a partner. Am I right? Sure. Well, you should find someone to help you. Почему у меня такое ощущение, что тут у всех женщин, ну, чего-то в жизни не хватает? Я не знаю, почему. Окей, пойдем с мужиком пообщаемся. Надеюсь, у него таких проблем нету. Что-то просто втыкает, стоит. Очень сильно втыкает. I was wondering. I've tried to warn him. They can't be changed. Or cheated. The receptionist reminds us all with a single look. Except that man at the bar, it seems. I didn't stick around to find out why this time. I best go find her. She'll be looking for me. My wife.
Давай, удачи. Так, я вот думаю, есть ли смысл вообще тут с людьми общаться? Вот у меня такое представление сложилось, что... Нафиг оно мне надо вообще, я вот не понимаю. Так, обнаружен предмет из... Ага, что у нас тут? Какие-то правила, судя по всему. Присутствие на приливе. При посещении прилива, который проходит раз в 3 года в течение 3 ночей, без возможности продления, необходимо соблюдать правильность действий, напоминая о Das Nichts. Что? Это немецкий, да? Ладно. А выбор костюма во время прилива должны быть предприняты необходимые меры для выбора нового костюма. После примерки костюма должен быть выбран в ночь прилива и носиться в течение ближайшей сессии. Таким образом, останавливая Гевюрфент... Иди нахер. А почитание праздничной ночи. Правильная концентрация во время церемонии снятия мерок, примерки и торжественной ночи является обязательной и прекращает всякую связь с внешним миром, тем самым изгоняя Das Gerät. Господи. Все будут как один. Необходимо постоянно поддерживать соответствующее отношение к нашим избранным. Им рекомендуется использоваться в грехах во время сессии. А, исповедаться, использоваться, ну есть. А, и они будут прощены, если только не нарушат правила. Никто не будет обременен. Правильное намерение достигается при отсутствии отвлекающих факторов и желаний, что позволяет сохранять осознанность в течение всей сессии. Все члены жюри должны содействовать этому очищению посредством прилива. Что за правило, боже. Сохранение конфиденциальности. Правильная речь обеспечит сохранение тайны прилива и ограничит отвлечение от нашей миссии. Большое жюри отбирает тех, кто лучше всего подходит для этого путем приглашения. Соблюдение приличий. Правильный образ жизни поощряется между приливами. Чтобы защитить костюм, каждый должен быть возвращен в том виде, в каком он был подарен. Никогда не обвязывая костюм к компромиссам, ограничениям или условиям в течение... Что я читаю? Поиск сути. Правильное представление о жюри и их миссии должно быть в центре внимания прилива. Отвлечения должны быть забыты после очищения, что позволит приблизиться к нахождению ядра. Ладно. 9. Каждый должен следовать правилам и делать то, что должен. Ладно. Окей. By means of fulfillment. Я, конечно, преисполнился своим познанием. Так, давай еще прогуляемся немножко. Что у нас тут осталось? Какие-то портреты там у нас. О, нет! Это мне все читать. А давай не надо. Вот давай не будем вот это вот тут читать. Where is room 14? Ну давай. А, это все записка типа? Не, тогда окей. Я думал, тут куча текста будет. Join me for the changing of the tide. Seeking person with an open mind to peel back the layers and find the core. Room 7, 8 p.m. Rosie. Бля, может у них тут какое-то это сборище извращенцев, которые оргии любят устраивать. И ну у меня такое почему-то сложилось, да, предположение, ну не знаю почему. To all who think the core is sex, all genders welcome. Room 18. А вот теперь все больше и больше складывается впечатление, что так оно и есть. Боже. For lovers of literacy and language, I, Jordan Hemlock, am starting a petition to change the terminology of the etiquettes. Ergo, come find me and sign. Ой, ладно, боже, окей. Какие интересные у вас тут записки, однако. Как отсюда выйти? А, все, спасибо. Так, можно посидеть немножко? Давайте посидим. Подумаем, что мы только что с вами увидели, вообще прочитали, да, пообщались с людьми. Что тут вообще? Что происходит? Непонятно? Надо немного обдумать это дело.
Блин, мне почему-то напоминает одного из главных героев Доктора Кто. Одно из его перерождений. Кошелек можно проверить еще. Я видел, тут у него была фотка, видимо, той девушки, которую мы сейчас видим. Это, судя по всему, наша дочь. А, даже тогда моделька смотри, меняется. А я могу, если что, просто... Да, могу сюда зайти, материалы глянуть, всякие записочки, не записочки. Что тут есть, нету. Как я понял, я таким образом буду познавать вообще саму историю, да? Благодаря вот этим директориям. Понятненько. Ну чё, погнали в бар сгоняем сначала. Потом в главный зал можно будет сходить. Нас вроде туда с вами отправили. После вот этого всего дела надо немножко прибухнуть, я считаю. Это обязательно просто. Что нас еще ждет, тем более? Макалом. Так вообще субтитры читать, там за секунду исчезло. А кто-то спит справа. Надо на женщину, поговорить с пьяным. Давай к женщине сначала подойдем. Терминсерит, что это такое вообще? А, это рост, служена сессии, статус, замужем, один ребенок, биография, управляющая в банке, опыт работы. Специалист по инвестициям. Роман с Дарьей из бухгалтерии, она кусается, будьте осторожны. Соперничает с Эриком. Ясно, тут очень биографии есть разные, если что, можно будет прочитать, мало ли, да? Допустим. Дисбизлей. Давай к пьяни подойдем. Пьянь. Он спит. Ты буди человека сейчас будешь. Джереми. А он сам, собственно. You're not Paul. Yes. I'll still be Paul. Блин, я не особо коржу шахматы играю. I'll be others, some other poor bastard's problem soon. А, не будем играть, да? Ладно, я думал попытаться хотел. А, нет, смотри-ка. Так, чё тут происходит? Мы за белых, да? А теперь давайте вспоминать, как играть в шахматы. Мне предлагают сходить конем. Конь куда ходит? Вот сюда и вот сюда, да? А как король выглядит? Вот король, да, вот так выглядит? А у них как король выглядит? Вон он стоит. Или это не король? Погоди. Стоп. А, вот слон. А, ну вот это король тогда, да? Вот он где находится. Ладья. А ладья как ходит? Она вроде ходит вот так по бокам. Чик, чик. Да? Допустим, я сюда ладью схожу. Но у меня королева съест. Это ведь королева, да? А, погоди. А, вот это ладья и это ладья. Как король выглядит? Ну вот, все. Я сломался. Так, вот, допустим. А, вот королева, вот король, вот он король, вот он король, вот королева. Получается, вот он король, королева, вот они стоят. А я знаю, как шахмат, наверное, поставить. Или не знаю. Так, кем я еще могу сказать слоном? Слон ходит только влево-вправо, да?
Влево, вправо. Давай сходим слоном. А, забрать пешку. Не, это не то. Погоди, а слон разве не вверх? Что-то я, кажись, я не помню, как ходить. Я знаю, что некоторые фишки ходят только вверх-вниз. Вот, допустим, ладья, наверное, да, так делает? Ага, то есть у нас ладья ходит. Погоди. А слон, получается... Ага. Получается, ладья ходит по прямой. Слон ходит у нас боком. Допустим. Как давно я в шахматы не играл? Последний раз, наверное, в школе этим занимался, чтобы вы понимали. Я, да, я могу поставить сюда, я сделаю шах. Это ведь король? Или это королева? Это вроде у нас король. Плохо видно тоже, да? Качество не такое уж хорошее. Шах сделаем, да, ему? Можно одним ходом все вообще закончить? Я могу встать вот сюда, но это опасно, потому что меня съест король. Он во все клетки ходит. Ну, на одну в плане. Королеву лучше не трогать, но у нее тут идеальное расположение, чтобы вот так, если что, короля съесть. Она вообще ему путь отступления, так сказать, перекрывает полностью. Это я могу съесть вот этого. Но это тоже не вариант, потому что король потом меня съест или королева там, да, кому удобно. То есть вот эти двое у нас не ходят. Остается или конь, что, возможно, предпочтительнее в какой-то степени даже будет. Потому что я шах могу сразу сделать. Тогда у короля будет сколько вариантов? А погоди, а вот это у меня, она вот так вот ходит случайно, нет? Вот это вот что за фишка? Да, она вот так вот ходит. Вот так вот она ходит. То есть получается... А, так все, мы сейчас с одним конем шах поставим с вами, слушай. Правильно? Шах и мат. Это шах и мат? Вроде я шах и мат ему сделал. Если я правильно все вспомнил, то я молодец. Если нет, помянем. Я пытался. Так, и погнали к барной стоечке, подойдем. Ну блин, долго я, конечно, вспоминал, как в шахматы играть. You're here to see me, no doubt. Yes. I'm Jordan Hemlock. I'm not surprised you've heard. They chatter in their boxes. You see, I've spent more time alone this term. And began to ponder the word, term, horrid sounding. Ergo, I've created a petition for the grand elect to change the terminology. А я читал там где-то письмо было вначале. Spam. Зачем менять одно слово? Как прошел ваш перевод? I was hoping you might be able to help me. I'm looking for a young girl. That's awful. All wrong. You're not going to get very far wording it like that. Where's the context? The connection? If she were important, why did you lose her? You have to draw people in, give them a reason to listen. The Grand Elect's not going to concern themselves with personal matters like that. You have to... Oh, never mind. Well... Что так мемно? Tonight's measuring is underway, so if you could adorn your robes, masks, and follow me speedily. I've gone за очень сходил. Await. Ну, ладно.
Чё? Куда? Куда столько номеров-то? Куда мне идти? Ладно, друзья, давайте, знаете что, мы на этом пока с вами остановимся. Если хотите видеть продолжение, то обязательно пишите. Игра, блин, очень сильно интригует. Если честно, я бы ее прошел. Я не думаю, что она будет довольно-таки длинная, и серии 5 это займет, лично как мне кажется, да? Но вы пишите, как вам вообще интерактивное такое киношка, да, с каким-никаким выбором действий, да, можно даже сказать, квестом, возможно, в будущем, пока нас просто ведут по пути какому-то. Но, тем не менее, все, на этом я с вами прощаюсь. Кто впервые на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте прожимать колокольчик, оставляйте ваши комментарии. Всем спасибо за просмотр еще раз, друзья, всем пока.